Ореховое озеро в этом году бьет все рекорды по жалобам. В соцсетях регулярно появляются фотографии с переполненными урнами. Анастасия приезжает на Орешек покататься на велосипеде. У озера всегда останавливается погулять с сыном. Мусор, рассказывает она, на Орешке давно стал неотъемлемой частью пейзажа. Проезжая мимо, переполненные урны, конечно, безобразие. Я вот буквально сейчас сижу и думаю на тему того, куда можно обратиться, чтобы убрали весь этот мусор, потому что очень грязно на Орешке. Если на Ореховом озере мусор можно увидеть только на территории, то на втором Барковском карьере по традиции чего только не найдешь в воде. Бутылки, пластиковые стаканы, упаковки от чипсов. Работы на пляже пока идут по обустройству мест отдыха. На берегу уже поставили урны, сделали деревянные беседки, подготовили наблюдательные вышки для спасателей. На первом карьере беседки для отдыха остались с прошлого года. Ситуация по чистоте примерно такая же. Чистота, грязь, грязюха. Вообще невозможно, что здесь творится. Здесь убирается вообще или нет? Вот, грязь была буквально, вот убрали буквально дня два назад, так, более-менее косметический ремонт, но грязи здесь очень много. Водолазы уже начали обследовать дно водоемов, на которых расположены места массового отдыха и пляжи. В срок до 30 мая планируется провести техническое освидетельствование. Водоемы обещают подготовить к 1 июня. Именно в этот день официально откроется купальный сезон. Жители ждут, что к этому времени на пляжах наведут чистоту. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».